Неверно выбранная цель. Неверно выбранная цель. Правильно выбранная цель. Неверно выбранная цель.
Неверно выбранная цель. Нельзя атаковать. Неверно выбранная цель. Неверно выбранная цель. Неверно выбранная цель.
Вы самый симпатичный ДФ из всех, с кем меня сводила жизнь. Счастливого пути. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Еще увидимся, Керун. Доброго пути! Ай-яй, здравствуйте! Доброго пути! Ай, дурачок! Yeah, look back, the crap out of me now.
Вы пришли доверить мне вещь, ням-ням. Работаю 24 часа в сутки, Керун! Наконец-то вы пришли. Приходите в любое время. Куда нужно попасть? Желаю приятного путешествия.
Неверно выбранная цель. Неверно выбранная цель. Слишком большое расстояние до цели. Цель находится слишком далеко.
верно выбранная цель. Слишком большое расстояние до цели. Слишком большое расстояние до цели.
Неверно выбранная цель. Цель находится слишком далеко. I can feel you breathing, and it keeps.
Верно выбранная цель. Слишком большое расстояние до цели. Неверно выбранная цель. Так. Деньгами приходится делиться. Например, чтобы оплатить счет в кафе с друзьями, собрать на подарок учителю или помочь сестре из Владивостока. Переводите деньги через ВКП мгновенно и без комиссии. Неважно, какую... Нельзя использовать. Next to me, I
Monsieur, party, 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 party next to me. Monsieur, party, 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 party next to me. Monsieur, party, 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 party next to me. Yeah. Верно выбранная цель. Нельзя атаковать.
Неверно выбранная цель. Здравствуйте! До свидания! Thank you.
Слишком большое расстояние до цели. Неверно выбранная цель. Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules? And imagine the utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down.
А ты знаешь, где... Неправильно выбранная цель. I can only imagine us both loving through the night. I can only imagine us together side by side. I can only imagine we're dancing in the moonlight. I can only imagine. Верно выбранная цель. Oh!
Верно выбранная цель. Верно выбранная цель. Неправильно выбранная цель. Yeah.
Неверно выбранная цель. Очень приятно. Цель находится слишком далеко. Неверно выбранная цель.
Ну да, очень высокий. Все просто, Леш, просто не будь дауном как-то. Нельзя Верно выбранная цель. Ну да, неплохо, я так посмотрел, даже подаем в некоторых локациях подходит. Не знаю, слышишь ли ты меня, но я стараюсь говорить тебе громко. Нормально. Тупо синяя серьга. Тупо новая не за нам продам. Ну, сори, ничего не мог поделать. Сейчас попробую кое-что сделать, погоди. Да лол. Чё тебе за название это не устраивает? Всё нормально. Сейчас получше же слышно, правильно?
отлично. А меня слышно лучше сейчас? Неправильно. Должно быть громче даже музыки быть слышно, по сути, как бы. Верно выбранная цель. О, реклама, кайф. Пока без нее. Так. Ой, жесть, Лёша. Платиновые монеты фармить, это ужас. Я, наверное, часа 4 уже сижу, ну, в общем, даже больше. Часов 5, наверное. Нафармил всего ничего. А на сет надо раз, наверное, раз за в 4 больше. Ой, забей. Так, все. Да ты просто говорил, что не будешь больше сюда играть, подумал нафиг. Да и тем более, ты хочешь сказать, что ты мне будешь помогать фармить платиновые монеты, когда сам маму фармить тоже нужно, как бы. Ну такое. Тут типа как, тут просто, ну, этот квест, он для одного, типа его вдвоем не выполняют. Ну да, ну. Ну, в следующий раз позову, значит. Не знаю, я за Гладу зашел, мне так приятно за него играть вообще. Я вспомнил, как за него играть. Вообще, так поностальгировал нормально. Ой, 13-15, еще двух надо. Так, нет, здесь дело не в этом. Я... Там тут по дропу, типа, квест по дропу, тебе нужно дроп собирать с них. Здесь не получится, типа, двоим сразу квест выполнять, только одному. Поэтому этот квест в это. Ну. Так вот. А в одного выполняет. Неправильно выбранная цель. Так, вон, видишь что? Ну окей, окей. Ну, такое, типа, это, с одной стороны, логично, а с другой нет, потому что если двоим фармить сразу, то есть, ну, типа, и тебе, и мне собирать этот квест, то нам надо убивать в два раза больше мобов, ну, получается, преимущество-то пропадает. Хотя, если одному челику, по сути, не надо выполнять этот квест, а другому надо, то все отлично. Так, что-то хп маловато. Там еще поначалу квест, короче, был. Типа, ну, прежде чем фармить монетки, тебе надо два квеста вот этого челика выполнить. 30 вот таких циклопов надо убить. Я не знаю, сколько я на это времени потратил. Они еще довольно живучие. Жесть, просто забей. Так. Доброго пути! Я реально устал уже. Жесть. Музыка хоть как-то ободряет. Да и то.
музыка рандомная, так что не нельзя вся атаковать. Прикольная. Такая. Вот. Мало что-то поселяет. Сори за кашель. Так, нет, а, вот это. Побочные это какие? Вопросик. Там, не знаешь, я вот тупо я, у меня был, получается, 46-й, там, ну, что-то, что 15 миллионов не хватало. И вот, грубо говоря, и на одном этом квесте только я, вон, смотрю, уже почти 48-й докачал. Такое. Я только не понимаю, про какие конкретно ты говоришь побочные задания. Слишком большое расстояние до цели. Мне, по сути, надо просто сейчас нафармить монет, нафармить себе сет. Потом идти на PvP-арену, потом еще нафармить 50-й, идти в другую локу, фармить 53-й и сет рудры выбивать. Ой, да нафиг эти задания, серьезно. Ну нафиг они не нужны, серьезно. Ну типа, я сейчас возьму, апну, ну, 50, ну... Короче, наверное, на 50-м примерно я сет апну, потом пойду PvP сет фармить. Вот. Плюс-минус до 53-го дойду, откроется, короче, в Килькмаросе этот. Идем. Сейчас найду его. Ну, короче, в Килькмаросе откроется, типа, один данж, и надо будет туда ходить, тупо фармить сет рудры. Вот. Копье рудры, там все рудровское, это нормальный такой PvE типа шмот. Вот там какие негодные задания, мне не по сути кроме опыта ничего не дают, а мне сейчас надо фармить нормальный шмот, потому что я вон до сих пор в серебре на 40, на 47 почти уже 48 левеле. Такое, короче. А, я не то собрал, ладно, фиксим. Не, вот это то, что мне выпало, это вообще топол. За лям уйдет только так. Давай, 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 давай. Да, отвалите. Так я так и делаю. Вот. Ой, чуть по хп не просел. Больно. Ну да, да я. Я понимаю, как это работает. Ой. Так, а ну-ка. Цель находится слишком далеко. Посмотрим, что поменяется. А, у меня сейчас точность должна уменьшиться. Я буду промахиваться, видимо, очень часто. Ну да, я так и понял. Улетел быстро. Окей. Вон, видишь, фармит тоже. Ну давай, ББ. Я, наверное, еще посижу. Ну и дурак. Я вон засыпаю в 10, просыпаюсь. И в 12 в кровати кайфую. Нормально.
Давай, пока. Неверно выбранная цель. Thank you.
Здравствуйте! Здорово, читер. До свидания. Че, читер, че не спишь? Поздно ведь. Так. Эх, жизненно. То же самое, вот видишь, сижу, страдаю. Музыку слушаю, хоть как-то бодрит. А, играю в смысле? Ну, это Ален, типа. Не слышал о таком? Похоже на Warcraft чем-то. Играл, нет, хоть раз. Ну окей, Лёха, я думал, ты спать ушел. В нем классного сижу, аутирую тут. По сути, одни и те же действия выполняю. Ну хоть музыка есть, и то неплохо. А зачем тебе идти до кухни, чтобы лечь спать? Что-то я связи не уловил маленько. Да и какое, кстати, читер онлайн, когда ты стримишь всего пару дней. Алло. Конечно, его не будет. А тем более ночью все спят. Какой тут онлайн? А, ну если ты спишь на кухне, то окей, я могу понять. А так... Ну, КС тоже катаю немножко. Пап бы тоже катал, был бы он у меня. Давай, читер, удачи. Ну попробуй, а
чё стримить будешь? Да. По сути, у меня тоже можно, я не знаю, у меня только при записи он что-то как-то не очень. Может быть, трейд поменьше сделать, да нормально будет, я хз даже. Надо будет попробовать как-нибудь застримить эту парашу. По сути, у тебя же брата мощный комп, он все потянет, наверное. О, здорово, Герман. Че, Герман, как дела у тебя? Неверно выбранная цель. Блин, классный лук. Бах. А только я не помню, какой клавиша смена оружия происходит. Ну да. Завтра или сегодня уже. Но, там по времени просто. Ладно тебе, много, больно много переживаешь по этому поводу. Неправильно выбранная цель. Сегодня, значит, кайфарик тебе, чё. Сраку. Тем более у тебя ж там не такой уж прям роль. Главное. Я не знаю, конечно, как вам там актером. Также я не знаю, чего ты боишься, публики или просто чего-то еще. Неверно выбранная цель. Да я не говорю, что роль плохая. Я имею в виду, что если думать о том, что, ну, я думаю, что, ну, мне было бы легче, ну, если бы я знал, что моя роль не такая объемная, как у остальных, и, типа, мне гораздо проще, и поэтому как-то легче, что ли, на душе становится, когда представляешь, что они там будут вытворять, это забей. Сколько выступлений одно идет? Цель. Ну так это да, это, ну, классика, наверное. Ну вот, тем более пока что нечего бояться, я думаю, особо. Просто постарайся сделать все на максимум возможностей.
Неверно выбранная цель. Ура, последний. О, 4 человека в чате, нифига себе. Сори за кашель. Очень приятно. Доброго пути. Так, что у меня там по бутылям? Еще хватает. Ну, вы же не сами там как-то выбираете, как вы, ну, выглядите. Вот, по-любому есть, типа, какие-то костюмы, ну, или, не знаю, там, план, по которому эти костюмы воспроизводятся. Хз даже. Нельзя атаковать. Лёха никак не может дойти до кухни, чтобы лечь спать. Показали, как выглядят французы 2 недели назад, и получается, что вы должны самостоятельно воспроизвести примерно то же самое. Я правильно понял? Как ты это будешь делать, вопрос? Это, по-моему, вообще несправедливо. По сути, костюм уже должны делать гримеры там, ну, или кто у вас там, не знаю. Не особо в этом шаре, честно. Это, типа, знаешь как, для того, чтобы выступить, тебе нужно еще сделать, ну, типа, инструмент, чтобы выступать. Ну, такое. Сколько у меня уже их? 7. Так, ну это плюс-минус на 3, 21. Нормально. Еще чуть-чуть и на пушечку себе уже накоплю. А там и попроще будет. Урона больше. Ясно. Откуда вам брать деньги на все вот это вот, ну, даже, допустим, если вы сможете что-то вот создать. Неправильно выбран, неверно выбранная цель. Описание на английском? Да ладно тебе, ты чё? Там, блин, 2 слова, грубо говоря, на английском-то написано. Все нормально. Да и тем более это довольно простой английский, чтобы в нем разобраться, я полагаю. Если ты, конечно же, говоришь о том, о чем думаю я. Надеюсь, я тебя правильно понял.
сори. Ой, да ладно тебе. Пафосно, не вижу ничего пафосного в этом на самом деле. Там-то и описания нет толку. Две строчки. Сейчас и топорик-то начал вылезать, а? Вообще отлично. Тут пососать, плюс либо. Вот. Пошел ты в сраку. Так. Там все. Наверное, никогда. Ну, вообще, есть варик после того, как Моник купить, заказать себе какой-нибудь микро. А так, где бы деньги взять на все это? На но, на этот, на микро, на все, где взять деньги? А их нет, потому что я бомж. Вот так и живем. Да и тем более я не думаю, что я настолько популярный, чтобы люди смотрели меня и жаловались на микрофон обильно. Хз. Как смогу, так куплю. Так. Там не то. Да и вообще, кстати, стримером называться, ну такое. Не думаю, что меня пока что так стоит называть. Такой себе стример. О, окей. You know? Ну да. Так я и не говорил тебе ничего. Кстати, надо будет посмотреть. Типа, по сути, танки не сильно нагружают прос. Ну, я, конечно, в этом не очень уверен. Надо будет чекнуть. Если прос сильно не грузит, то почему бы и нет? Вон Айон практически не грузит, и нормально, вон все, видишь. Не подергивай, ничего. Правда, когда челиков много бегает вокруг тебя, это прям жопа. Процессору плохо очень. Думаю, уж вряд ли, там же типа. Ну хз, короче, надо будет потестить, посмотреть. И стримить танки, кто меня будет смотреть на мое донное баловство в танчиках смотреть. Не думаю, смысл, если есть там Джо Фанбэй. Что такое?
Жесть, кашель убивает. А, ну, типа, я же стримлю не для того, ну, типа, смотри, прикол. Я же сейчас стримлю Айон не для того, чтобы собирать много зрителей. Я стримлю Айон, потому что мне хочется играть в Айон, и мне хочется, типа, ну, просто попробовать постримить, вот и все. Вообще, это был тестовый стрим, на самом деле. Мне интересно было, как Айон работает в стриме. Более-менее, на самом деле. У меня сейчас, ну, у меня сейчас ностальгия по Айону идет. Я вон, видишь, даже на Глада пересел обратно. Вспомнил, как играть за него. Одно удовольствие вообще, честно. А ты, кстати, подписывался? Если нет, то пишись, пожалуйста. Я хочу посмотреть, работает ли плагин. Там, по сути, должна такая штучка вылезать. Подпишись, плес, если не сложно. Ну, по сути, да, типа, я, наверное, в большинстве своем буду в ОСУ играть. Ну, может, ТК еще запускать, хз. Чё играю, то и запускаю. В танке сейчас играть вообще никакого желания нет. Да? Блин, надо будет порешать это как-то. Ну, за... вообще могу вот так сделать, типа. Чекать. Вот. Вот такая штука должна вылезать, но... Что-то... не хочет. Надо будет разбираться, почему не хочет. По сути, должно. Да лол, отписывайся. Это ничего не изменит, по-моему, вообще. Странно, по идее должно работать, но что-то не очень, видимо, хочет. Завтра разберусь, попрошу челика одного, что шарит, спрошу, что, почему не так, почему может не работать. Неправильно выбранная цель. Окошко. Какое окошко? Которое выезжает, ты о нем? Ну так, Лула, это... Как тебе сказать? Короче... Это дефолт. Типа, я его никак не настраивал, это дефолт, оно есть, типа, его изменять нет никакого. Я пытался, но там сложновато с одной фигней, ладно, фиг с ним. Нормально, не отправил.
Я 15-15 собрал. Найс. Тупо уже не соображаю. Я, чтобы ты понимал, я сижу за этим кустом, наверное, часов 5-6. Оп, сейчас. Ну да, 5-6. Плюс-минус. Неверно выбранная цель. А мне фармить еще, ну раза, наверное, в 2-3 больше, чем у меня есть сейчас платиновых монет. Жесть какая-то. Тупо реклама ВКонтакте, как вам? Пока плейлист еще не скачал. Слушаю музыку ВКонтакте, а там реклама, это просто кайф. Донат через Лапс? Ты имеешь в виду стрим Лапс? Так не, ну, типа, чтобы донатить через три, ну, вообще, чтобы донатить, нужен Donation Alert. Вот, я его не подключал, потому что я не вижу пока что в этом смысла какого-то. Типа, а зачем? Ну, вообще, Streamlabs, типа, там что-то типа доната есть, но он, по-моему, вместе с Donation Alert объединяется, типа, как одно целое. Ну да, типа. Ты просто можешь настраивать Donation Alerts, ну, как он будет выглядеть в Streamlabs, вот и все. А, ну, донатить через него ты никак не сможешь, только через Donation Alerts. Вот. Получается, мне завтра 4 раза всего на арену сходить. Ну ладно. Он колечко сегодня выбрал. Пипец, как много всяких книжек. Алексей, ты почему до сих пор не спишь? По-моему, ты собирался валить на операцию. До кухни так и не дошел, что ли? Или чё? Нормально тебе, приятно. Что-то они меня вообще не коцают в последнее время. Хотя по сути-то ничего не изменилось. О, до левела еще. Грубо говоря, 5 лямов. Нормально. Отвали ты. Ну ладно. Падай, тварь. Того. Топорик везет мне сегодня. Неправильно выбранная цель. Воу. Тупо деньги сыпется рекой. Так, это мертвенькие. Окей.
Кто рэп какой-то нигерский подъехал, что-то аж неприятно стало. Хотя не так, как от русского, конечно, но все равно. Трапчики какие-то подъехали. Принеси мне, слышь? Не выкидывай бутеры, оставь мне, я тоже есть хочу. Не гнать на раб? Почему? Ой, ну блин, ну, прости, Герман, только не бей, ладно? Я, конечно, понимаю, что русский рэп это просто это дар божий. О май. Ну да, по сути, ты же если у брата, то риск. В одном микрорайоне живем, точнее квартале, да и микрорайоне, кстати. Неверно выбранная цель. Ой, 9, блин. Так. А. То есть ты слушаешь всех этих людей, если их так можно назвать, да? Так, лол. Нойз, по-моему, не рэп-исполнитель, он просто песенки поет под битов и все. Это же не рэп. Неверно выбранная цель. Разве Нойз читает рэп? Я, конечно, не спец, но, ну, по-моему, ты ошибаешься. Рэп? Эх, ясненько. Буду знать. Thank you.
Ой, споры о рэперах в чатике, это просто нечто. Лучше б я вообще не начинал тему про русских рэперов. Если рэп-композиция состоит только из вокала, то это можно считать рэпом? Или все же вокалом? Что же за треки такие? Неверно выбранная цель. О, май. О, плюс левел. Нормально. О, еще какое-то задание 49-го. А что это? Что это задание? Мир лёда. Ай, да ну его нафиг. Так. А полетели-ка в пандемониум. О, вот сейчас полетит вообще жесть. Смотрите, минус FPS просто. О, первые фризы. О, фризы на маны. Это норма. Фризы это вообще отлично. Хотя вроде бы человек немного, но, кстати, и фризит не сильно. До этого 10 людей было. О, все, тупо фриз. Нормально. А Герман хочет, чтобы я еще и танки снимал. Смешно. Хотя, может, это просто нехватка оперативной памяти. Вы пришли доверить мне вещь? Ня-ня. Думаю... Зря я за такую цену дорогую поставил. И камень нахер никому не нужен.
А, у меня... Ой, это принято. Так, окей. Ну да, я думаю, стоит. Я же, по сути, ничего не теряю тут. Так, где-то было еще одно. А, вот это. Эх, вообще отлично. О, плюс бабки. Перчи за 500 продам. Может, кому и пригодятся. Нет, обратно. Все дорого, 350, а там... Надо бы увеличить этот. Что случилось? Пока нельзя, ясно. Эх, обидно. Неправильно выбранная цель. Ну, так это и так понятно, что просто нагружается. Ну, просто... Да. Ну, я думаю, что... Типа, ну, это как работает? Типа, если оперативку вот доканалят, то как бы и проц на полную не может работать. Ему не хватает. Так, я сейчас... Так, я вернулся. Надо бы пойти умение купить. Одно или два. Кстати, а что там по стигмам? Надо бы сейчас глянуть. А, два. О, ярость один. Что-то маленькое. Подрезать крылья. Так, хорошо. Новая ярость. Физическая атака плюс 100. Физзащита минус 30. Время действия 8 секунд. Снятие шока ярость. Снятие шока, где оно? Клич, рывок жертвы.
Снятие шока. А у меня снятие шока. Вон оно чё. Нифига. Это типа получается, я из стана выхожу, так у меня еще могу и физическую атаку. Плюс. Неплохо, неплохо, мне нравится. Нормально так, стыдно. Пойдем глянем, чего там есть. Надо быть осторожнее со стигмой. Так. Так, ну у меня давно должна стоять вампирическая волна. Лям, дорого. Изоляция 3. Изоляция это вот это, по-моему, да. Купим. Что там еще? Броня баланса. Захват ног, выпить крови. Что там есть? Я думаю, а что мне еще делать? По сути-то. Дорого, жесть. Изоляция мне вряд ли сейчас нужна, а вот эмпирическая волна, да. Станьте сильнее. Так. Да не знаю я. Ну, типа, мне спать-то особо не хочется. Вот. Мне что-то под ночь начало прям пробивать, я спать вообще не хочу. Куда? Вайон? Будешь помогать мне фармить монетки? Дискорд? Ну пошли. Ты это, короче, зайдешь когда? Ты зайди на какой-нибудь канал, я тебя к себе перекину. А то сейчас, ну, вдруг зайдет кто-нибудь не вовремя, не хотелось бы. Добро пожаловать. Я тоже рада тому, что ваш капитал увеличивается. Ну, такое. А я не туда лечу опять. Ой, да, это забей, это сразу минус. Минус ХП у меня. О, Алексей. Я зайду воен. Угу. Как домой не иди. Тэпайся сразу с брусхоним, чё. Надо быть осторожнее со стигмой. Станьте лучше. Взаимопонимание — это главное.
Мне не хватает осколков. Лёха, у тебя есть на складе осколки стигмы? Спасибо за плюсуши. У тебя есть осколки стигмы на складе? Да не, на складе такой не храню, у меня обычно в инвентаре такой лежит. Ну если есть, можешь накинуть, они же тебе по сути сейчас все равно не нужны. Какие тебе именно осколки стигмы нужны? Ну обычные. Я просто не помню, что это вообще. Ну, осколок стигмы, типа. Ну, чтобы вставлять стигму, это, короче. Ой, ШНДМ, Герман, забей, это минус, мать, сразу. Вот эти моли, они что-то не в сети сегодня. Вы играли сегодня? Я просто хз. Блин, мы с Германом играли, там, с Юлей и еще с Алмазом. Как угодно. Я так тащил вначале. Я пытался планту один с Авиком. И просто разъебался. Красиво. Одного через стену убил. Так, стоп. Я куда-то с... А, в общем, ушел. Сейчас думал, лягу, мангу читать буду, усну. Уснул, всех. Брат бухать ушел. Нормально. Займи его комп. Всё. Там айона нет. Скачать 5 минут. У него там, короче, разъем для наушников уебанский. Там мои наушники он, короче, не читает. Там, по-моему, даже дискорда нет. Хе-хе, найс, Герман. Почему? Чё он? Не читал чат. Тогда мне сворачивать игру надо. Ну типа Алмаз считает голос Германа чем-то схожим с голосом пропитого 13-летнего школьника. А, прикинь, у Юли, короче, что-то с микрофонов КС было, она, блядь, так говорила жестко. Ну у нее типа, блядь, не знаю, в Дискорде она нормально была, в КС какой-то голос был прям очень низкий. Надо быть осторожнее со стихией. Там не особо понятно было, что она говорит. Надо быть осторожнее. Станьте сильнее. Чё ты там зашёл, нет? Да, я зашёл, я. И ещё на стрим зашёл. Посмотри, есть осколки стигмы у тебя, нет? А подожди, у меня только загрузился. Ты шо, у меня же не такой мощный пик, как у тебя. Ой, да ладно, прям мощный. Ща я на волшебника ещё, да, Саука возьму, всё. Надо бодышко перекинуть на Сина, купить что-нибудь. Найс. Я смол. Я вон не спал. Да не, не. Сколько там? Блядь, всего 30 тысяч. Чё? Всего 30 тысяч продал. Оля, а тут что, у тебя есть осколки стигмы, нет? Сейчас посмотрю. А, эти что ли, бля, да я не знаю, нет у них, по-моему. Ну посмотри. Они же... Кстати, а ты не... Блядь, телефон уронил. Ты не в курсе, как этот... покупать не сразу все предметы, а один предмет купить, к примеру, из 100? Ну, типа, это можно делать только в этом. Ну, короче, на аукционе ты так сделать не сможешь. Вот в чем проблема. Тупо все деньги валю в осколки стигм.
А, я не смог купить, не купил. Как у меня было? Неверно выбранная цель. Сейчас склады купим. Ты что-нибудь говоришь? Да сейчас молчу вроде. Окей. Так. Я пришел. Хотел на заведующего склада найти. Нашел лицейщик, как он называется. Осколки стиду. У меня дохуя камень оружия мастера, короче, такой хуйни всякой дохуя. И материалов. А этого нету. А, у меня 33 осколка стиду. 33? Угу. Не накинешь мне? Блин. Ну подожди, да, я перезайду с другого перса, перекину баблишко и зайду обратно. Чё-то тупанул, забыл деньги перекинуть. Никого кроме NPC нет почти. Где? Всего доброго. Пандемониум. А я в храме золота. Один. А, не, не один. Я могу продать вещь по хорошей цене. Ням-ням. Онлайн магнит. Сейчас. Ну, понятное дело. Я, кстати, на этом персе поднял, ну, на магичке. Поднял этот энергокинез почти больше, чем на синий уже. Нормально задротишь, что сказать. Да что, я просто квесты выполняю. Бац, нашел что-нибудь, собираю по кругу. Ну, типа они же заново появляются в том же месте. Типа по пути на квест собрал, потом обратно с квеста опять собрал. Что ты где там? А. Некий туз? Угу. Здравствуйте. Где? А где это? Я только перед тобой пробежал. Медвежонок. А, я понял. Не знаю почему, у меня до сих пор он стоит. Еще дополнительный опыт. Кутэп? А, ты волшебник. Фига ты 19 левел у него. А, Найс, ты еще запрос отклонил. А, еще не желаешь быть в моем списке друзей? Ну, ты уродец. Так я и так в том списке друзей. Нет. Ну, типа, здесь смысла нет. Тебе платиновую монету нужна, да? Да. У меня еще есть волшебный камень 20, 30 и 74 уровня. Вот 74 не отказался бы. Я не помню, для чего нужно вообще есть. Еще магический камень на 55 хп. Ну такое. Мне стигмы бы и вот этот камушек на 74. Так, сейчас я на склад аккаунта деньги перекину. Передать все, все по-моему. Ну я помню этот. А, Герман, сори, я на чатик что-то.
А, 20 минут покатаешь? Ну, если ты хочешь, ты можешь заходить, но... Ну, типа, я хз, что ты будешь здесь делать? Ну, только если ты зайдешь за этого, за... Закла. И будешь помогать нам. Ну, можешь зайти, почему нет? Я, сори, просто не смотрел за чатиком. Надо яркость побольше сделать сейчас, чтобы на чатик больше обращать внимание. Ай. Заходи, конечно. Заходи, будешь помогать. Так, сейчас зайду за синим, стоп. Так, надо пойти продать всякого говна. Заходи, Герман, заходи в Дискорд тогда. Чё? Я тебя перекину. Не чекает его. А, так ты зайди, я тебя перекину. А, все, ты здесь, я понял. А вот и ты. Yes. Привет, Гондон. Привет, Гондон. Что вам угодно сегодня? Шок в конце. Yes. Ой, не-не-не-не. К вам, мальчики, вдвоем. Только мы будем найти. Знаешь, Егор, я сравнил, который я прям хуй. К нему, типа. Леша, у меня одного лагает? Ну, нет. Но я плюс-минус понял, что он у меня лагает. Поэтому сейчас смеяться нет. А, вот, боже мой, нашел. Нашел. Сейчас не иду. Зазаклась, сейчас зайду, вам буду помогать. Нет. Yes. Спать вообще не хочу. Вот, вот то же самое. Я могу продать вещь, куда вы приходите еще, Герун. Ого. Дай нас, дай этого. Коронку дай, блядь. Угу, ща. Исключите группу, да? Угу. Так, принимай торговлю. Стой на месте, пили. О. Ох, целая тридцатка, нормально. Потом, чё, 43. По-моему, я еще купил. Ладно, спасибо. Так, пойду пока стигу вставлю. Вот. Хотелось бы вставить две, но денег нет. Очень жаль. Как же получится? Но пока нету, в смысле чекать-чек. Да там никого нет, кроме нас. Там какой-то парень был. Ну был, да. Но он что-то сказал, что придет, и пришел. Я расплакался и забил. Прямо. Бедный Егор. Бедный Егор. Да, пожалейте меня, бедного. Один плюс один. Я придет. Скра. Безумно. Слушай, ты меня почти так на уйду за этот день. Так, у вас какие уровни? У меня 48. У меня тоже 48. Хорошо. Да ты все равно. Да я все равно весь урон на себя принимать буду. То, что ты ваш рот, скажем так. Да ладно тебе, Герман, ты не играл сколько. Я, ты же типа даже перед тем, как у меня комп умер, я же играл в Айон, и типа один, потому что никто не хотел, по-моему. Да. Пусть они нету свитков через.
Ну да, только так лететь. Пригласите. А ты зашел? Какой у тебя дикнейм? Кловли? Такой же, да. Стоп, а Брус Ханин он включил сам, да? Нет, это Брус Ханин. Он есть. Вообще не понимаешь. А не находит Герман. А найди. Я не знаю. Ты где сейчас? Ты где сейчас? Сейчас. Селение Серебряной Гривы, это явно не то. Что это? Мархейм. Это. Ты можешь в пандемониуме оказаться где-нибудь? Оказаться в пандемониуме. Или сразу лети в Брус Ханин. Это помнишь, что та локация, которую мы с тобой зачищали, о, там мобы? Я забыл перекинуть. Зачищали? От чего? От мобов. От мобов. Класс. Нет, не знаю. Короче, иди в пандемониум, там иди... Это сейчас... Он в Мархейме. Короче, Мархейм, иди, короче, в чуваку, который телепортирует. И там, короче, самая крайняя слева островок такой, это будет Брус Ханин. Там они все равно подчеркиваются. Ну, я тебе просто так. Ага. Превратник. Вместе с пространством. Брус Ханин. Пандемониум. Брус Ханин, давай тогда сразу. Брус Ханин. На, ну дай ваше. Меня ждите там. Это как-то может определенно склоняться от чего-то. На самом деле все по-разному называют. Приходите в любое время. Ома, кофен. Я соскучился по этой игре. Между прочим, даже с такой графикой у меня лагает. Это норм. Думаю, это Дискорд. А нет, лагает. Если ты только-только зашел, то погоди, может у тебя просто мир прогружается. Ой, я вижу тебя. Может быть. Может быть. Разве? Третий амулет, что? Какой-то квест. Вот. Опять бежать до этого посредника. Ой, как. Егор такой. Пипец, у тебя 36 левел, вот тебе классно. Да, зато мне зеленый волос. Да? Это. И вот только 36 уровень, а маны все равно больше, чем у нас. Так естественно. Сколько? Мне, кстати, тоже мана много нужно. Всем дохуя мана потребляет. Не разбираться в том, что... Ну, мне, кстати, тоже, я вообще не помню. Ну, сейчас пойдем мобов бить, будешь разбираться. Я тоже буду разбираться. Только... Стоп, каких мобов? Мы сейчас куда? У меня сейчас типа задание на монетки. Типа я фармлю монетки. И чтобы их фармить, мне надо, короче, бить мобов и брать с них всего лишь один черный кристалл. Вот. И типа эти мобы, они довольно живучие. И я вот уже часов 6 сижу и тупо страдаю. Короче, вот, берите улер, куда мастер полетов, и летите в поселение Бум-Бум. Желаю приятного путешествия. Да-да, я. Поселение Бум-Бум. Оно самое, сверху, короче. Повторение не расслышал. Поселение Бум-Бум. Бум. Оно что такие пиздюки пушистые. Да-да, я помню. Пушистые пиздюки. Алексей, вы прикинь, маме Шевцову показал. Она вернула. Последний видос его? Нет. Нет, у нас что-то разговор про феминиста. Мы долго дискутировали, я такой, давайте видос покажу. Дискутировали прям вообще. Как же долго. Ну, локация, мне квесты не маленькая. Сейчас. А это просто пропустил. Егор, мне квесты выполнили 50. Добро пожаловать. Я вроде выполнял все. Так. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Веди нас, черт. Сейчас, погодите, я обменяю. Добро пожаловать.
чуваки вообще на этот Ctrl, Ctrl 1, Ctrл 2, вот это все нажимал быстро, блять, я вообще мизинцем не могу. Привычка, наверное. Добро пожаловать. Серьезно. Я просто мужские классы. Добро пожаловать. Я умный. А почему бы и нет, собственно. Слышь, как думаешь, кто победит, сын или Глад? Наверное, ну вообще у тебя... Ну, надо будет попробовать. Только... ХЗ, короче. Ладно. Ну, я думаю, что мы, по сути, оба равны, но... Не, просто... Типа, у Глада есть антистан. Ну, типа, я тебя могу заставить. Да, я знаю. Но у меня я кое-что вспомнил, если вот, допустим, дать свободу нашим мыслям, мне и Лёше, то может ли твой стрим немножко раскрутиться таким образом? Ну там, Лёша, ну ты помнишь, что ты тебе разговаривать? Я думаю, по нашим удобным историям можно снимать фильм. Ну, короче, смотрите. Королевский басилит, каменный басилит. О. И вот. Давай, я, короче, сагру. Так, окей, что я у него. Отражено. Отражено. Абсолютно все. Ай, лол. Найс, я не думал. Я короче, подозревал, что так и будет, но. Я не думал, что все настолько плохо. Я мне просто буду вместе с вами существовать. Существовать, пытаться им нанести урок, пытаться им нанести урок, кстати. Нет, я их восстанавливаю. Хотя вы все равно получаете 0 единиц опыта от цели камень. Поэтому... Кстати, Герман, тебя так даже прокачать можно. Да мало. Неверно выбранная. Извини меня, но по-моему. А, тебе ноль падает. Слишком, да. Короче, большие для тебя, я понял. Слишком плохой. Не буду говорить, что мне нужно сделать что-то. Нет. 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 Уворот. 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 А, нет, понес, понес. Не. Я подожди, что у нас. Ч ты боишься? Ну ладно. Сейчас живучие. Представь, как я в одного долбил их 5 часов без перерыва. 375. Я говорю, у меня мана быстро кончается. Сниму бы твою ману. Молодцы. Просто лучше. Один момент. Как изгнать этого элементаря в небесе? А, просто надо так просто. Кого? Сильный. Не бери, не бери. Ты тупо пофиг на тебя так, чувак. Я, конечно, думал, что ты, типа, меньшего левела, но я думал на левела там 4-5. Но никак не на 12. Нет, не знаешь. Неверно выбранная цель. Я тоже не ожидал, что тебя видите 48 уровень, как и у... А я только сегодня укачал, был 46. Да плевать, я как и у другого не менее сексуального парня. Ой, как же быстро так дело идет, серьезно, уже 9 собрали, жесть. Согласен. Нельзя атаковать. Если бы мана еще меньше кончала, был бы вообще.
выбранная цель. Может быть, попробую с ними поиграть этим натиском. Чё, ёбанка? Я, конечно, всё понимаю. Но, по-моему, это слышит. Да нет. Хотя я... Неверно выбранная цель. Потому что я понимаю, что если я умру, то в итоге мой персонаж проснется в полную залу. Снова к нам при... Суть задания заключается в том, чтобы просто-напросто собирать этих басильков, что ли? Ну нет, типа собирать, ну да, типа собирать с них кристаллы, потом отдавать вон той шкуре наверху, и типа она дает тебе две платиновых монетки и один, и одно черное что-то, и типа потом ходишь и меняешь это на еще одни платиновые монетки. Капец, я вспомнил всех амбушки почти. Погоди, а как много это... Это, короче, забей. Это очень много. Я же говорю, я часов 6 сижу, уже даже половину не набрал того, что нужно. Ну, ты раньше стрит начинался. Я не мог. Забыл. А чё? А у меня это... Дела были, скажем так. Ну как? Было то, что не могло дать возможность мне запустить стрим. Сколько еще этой херни, которую можно собрать там? Ой, Герман. Столько, сколько не снилось брать. Ну, Леша там развлекается. А вот, кстати, первым делом мне нужно было, прежде чем выполнять это задание, убить 30 таких циклопов. 30. Это цикл что? Все, ничего не выпадает, жаль. То, что надо. Полетели. Ну да. Придумывая таких персонажей, всегда вопрос такой встает, как ему до такого додумываться. Вот так вот. Парни, да, подлетите, да, пожалуйста, ко мне. А я больно тебе нужен, да? Ну, ты как этот, как знаешь, как... Я спам удачи. Да, да. А то родец. Нихуя, 1400. Опа. Так, прям кристалл подобрал. Спасибо, Герман. Он же тебе так нужен. Ну да. Рано не подбирайте черные кристаллы, они мне нужны, а не вам. Я могу тебе передать. Да нет, вроде бы нет. Это же квестовый предмет, его, по-моему, нельзя передавать. Ты чё? В смысле, что, что он квестовый? Почему не? Ну, типа, такая логика. Логично. Раскушная шкатулка. Черный кристалл, иди сюда, иди. Да, да, я сейчас подойду. Да, я, принципе, давайте валить мобов вместе, а не по отдельности, прошу вас. Да, я начал валить его сначала. Как двое, нужно так. Пошлите за мной тогда. Ходите за мной, что ли? Да. Тут явно не хватает одного прекрасного человека, его зовут Феликс. Я просто представляю, как он шутит странный хер. В конце говорит, а ему она как раз. Так, не и поняла, все. Почему не могу? И все смеются. Ай. Над этой я только начал проклятие усиливать, вот уже подошел. Вот уже здесь. Цель находится слишком далеко. До 3 часов посижу. Не сложно. Чего же не танцуешь? Он такой поднимает. Быстро ты сегодня был. Как
Чё? Как там? Заебись. Да, верно. Неверно выбранная цель. Это херня позади меня будет что-то делать, нет? Вряд ли. Ничего против элементалей. Я бы это сдал дедом. Погодите, парни, я сейчас. Я хочу, чтобы он сражался. Сражайся. Нет, я понимаю, что дело во мне, я неправильно распоряжаюсь этими элементарями. Уж не система. Очень приятно. Что, тебя кинули, ты... Я сейчас приду. Один. А, все, пошла матча потом, не понял. Оу, он криты даже дал. Сука, Алексей, как ты умер-то? Блять, Алексей, сука, ты ненавижу. Сейчас. Ладно, я пойду уже. Че, все что ли? Ух. Завтра. Чем сегодня? Окей. Да. Я сегодня. Ты че, уходишь, что? В часа ночи. Ну, всего лишь. Тебе ж, у тебя что, какие-то дела? Просто буду стоять и смотреть, как ты убиваешь тихохода. Конечно, не подставить. Да, да, не сможешь. Я, кстати, забыл. То есть что? А, нос. Давай. О! Прекрасно! Отлично. Просто гениально. Гениально. Так. Тишина, фасты, спины, цвет. Превосходно. Давай. А, ты хвастаешься крыльями. Спотанцуй. Молодец, я красавчик. Тут хотя бы персонажи прикольно танцуют. Тупо ради этого стоит играть вояк. Да, я даже не знаю, что прибавить это прекрасно. Я вот уже забыл лучше. Ускорение. А, да, красавчик. Мне кажется, нам с тобой надо будет сейчас сходить на каких-нибудь мобов твоего уровня. Значит, мне форме. Да, ну и еще хотелось бы, чтобы ты вспомнил все-таки, как играть за этого перса. Можно мне объяснить? А это что? А это пират. Нет, я понимаю, что это пират по названию видно. Ну да, ну типа. Ну так, я, мне тоже понравилось. Мужчина. И насколько долго ты будешь жить? Ну, я, пожалуй, на сегодня закончу фармить платину. Ну, мне еще надо четверых, короче, убить. Я закончу, возьму, и мы пойдем с тобой куда-нибудь, куда можно пофармить тебе левел. А так как у тебя будет высокий уровень, то значит... Я возьму наставника. А, ясно. Я уже запутался, тут в районе мир просто огромный, я не понимаю. Чё, как, где? Я уже забыл все локации, вспоминать мне будет очень трудно. Противное лекарство. Вам нужны кожа слизня, шип, тримагон и передняя лапка шелука. Апреля ждет, когда вы их принесете. Опять же таки, где это, я звать не знаю, и
Узнавать где это, я тоже не помню. Фу. Так, еще двух. Сейчас ускорим процесс. Нет, в принципе, до такой херни додуматься не так уж и сложно, особенно вот до подобных циклопов, пират. Просто-напросто берешь животное, берешь другое животное. Ой, хорошие наберники. И, безусловно, кидаешь жеребий. Спасибо, урод. Я же... А тебе они нужны, эти набедрики? Я... мне деньги нужны. По сути. Что? Решил показать все свое мерзительное существо. А представьте, наша страна станет неимоверно толерантной. Потолерантнее, нежели Америка, допустим. И вот внезапно кто-то... Неверно выбранная цель. Самый первый. На том моменте откроет, где ты говоришь, что не особо люблю слушать нигерский рэп. Вообще. Так, при чем здесь нигерский? А, да это же рофл побольше сейчас. Да, нет, не просто представь. Сажают, садят на кол. Черный, помнишь? О май. Тупо, тупо минус я. Тебе вообще похуй себе, я так понял. Меня будут сажать на черный пол за обычную шутку. Моя реакция тупо минус я. До свидания. Сажешь. Меня сейчас убьют, кстати. Да? А где? Я понял. Живи, пробуй. Я не понимаю, как тебе. Я перерыв. Все, живи. Я не понимаю, как тебе фотка вообще может мешать мне летать. На... Я имею в виду в том плане, что я, по идее, уже очень далеко от нее, но она каким-то магическим образом меня останавливает и бросает на землю. Ну, она слишком сильная. Ну, типа, у нее же атака, типа, когда происходит, там неважно на каком-то расстоянии, по-моему. Неверно, ну, типа, выбранная цель. Именно в момент того, как она происходит, неважно, атак, типа. А, ну, то есть если ты далеко, она ее атаку не сможет провести. Но если она уже начинает атаку проводить, то как бы там неважно на каком-то расстоянии, по-моему. И что глупо, было бы весело, кстати, вот так вот варьировать. Очень приятно. Так, жалко, завтра это... продолжу фармить. Очень приятно. Хотя эта игра достаточно старая, окей. И мы сейчас обратно пойдем к бум-бумам. А где у тебя, вот у тебя же есть такая способность, как возвращение? Скажи, пожалуйста, где она у тебя? Куда она? Она у меня в М, на М начинается с собой. Мархейм? Мархейм, да. Хорошо, полетели туда тогда. Лети Мархейм. Туда, да, в Мархейм. У меня уже телефон перестал заряжаться. А где ты именно там находишься? Хотя я сам посмотрю сейчас. Залагал. Я залагал? Где что? Да, ты залагал. Фига. Вау. Какая неожиданность. Ну да, я типа не думал, что такое может быть. Сейчас. Ну представь себе, ты залагал. Вот. Ужас, конец. Да, дисконт забей. Так, это... Да. Я даже не знаю. 36-й. 36-й. Еще один уровень, ты можешь ходить в кошмар и получать там просто неимоверный опыт фармить. Я там что тупо... Это? Кошмар — это одиночный данж, но он довольно прикольный. Ну вот. И прикольный он, потому что там очень много опыта дают. Сейчас я посмотрю. Так, временные зоны. И я про него не слышу. А потому, ну, потому что рановато тебе туда еще. Стоп, ты сказал один уровень. Еще один уровень? Да, типа 37 левел, и ты сможешь ходить туда. А, он находится в Белуслане. Ты хоть раз был там? Я был в Руслане. Но не в Белуслане. Короче, смотри, берешь, подходишь к приватнику и говоришь ему такой: «Оу, летим в Белуслан». Приходите еще.
кого нашел. Хотя у меня, кстати, до 37 уровня не так уж и много остается. Я уже больше половины на парню выпал. Миллионов 690 тысяч, а нужно 23 миллиона 600. А сколько у тебя? 17. А мне надо? 23, мне еще 6 лям. Пошли, чё. О, ты был здесь уже? Или не был? Не помню. Да, вроде был. Задание есть как-нибудь? Возьми, может, выполняем. Мне кажется, я уже взял максимальное количество заданий, которые я могу делать. Но если хотя у сейчас тебя есть задание, не выполненное мало уровня, ты можешь от них отказаться. Сейчас погоди. А, вот. Вот, допустим, синее задание рост. Что это? Прости. А, чисто 60к просто-напросто запуск. Так. Еще золотое задание, мне его, походу, тоже надо сдать. А какого оно уровня? А не знаю. Смотри. Мне плевать. Мне ли. Сейчас посмотрим. Хранитель нерфы. Это... А, нет, нефры. Нефры, да. Это не то. А, приказ из крепости. С крепости Гиуслан. Получается. Это я, походу, его только ради какого-то задания сами поселил. Ну оп. Атаку Альянс не бери. Добро пожаловать. Мы надеемся. Добро пожаловать. Оу, май, мне просто дали только что 900 тысяч опыта. Мы надеемся. Что? Серьезно? Да. Окей. Я вас понял. Я вас понял. Сейчас пока возьму задание. Да. Бери задание, вот там сколько сможешь, говори, что делать надо, пойдем тебя это апать. Ого, тут такие задания уже по миллиону опыта. Ну да, это нормально. Не для меня. Так, инвентарь переполнен. Как твой инвентарь? Как раз таки вот твои надбедренники я взял. Карма. Что говорится? Камень подмастерок чёрт. На птичники мудрости тоже к черту. Получено задание забота о беженце. Передать письмо Дайеву по имени Слэйтни. Лёгкий. А, не 32 уровня. А, теперь я буду, получается, играть сейчас роль секретаря, бегать по всяким. Выполняй, чё. Погоди, у денег, деньги появились в задании. Маленькие. Для посудомойки. Всё, минус я. Хотя это не плохо. А, ну да, да, я секретарь. Параллельно буду собирать другие задания. Вполне. Узнайте, что скажет Зигритте. Зигритте. А что случилось? Кто? Мир, конечно, о, мир, конечно, интересный в районе. Что тут вообще уничтожает атмосферу, понять, что... Так, 31 уровень. Ясно, тут нету больше заданий, которые мне могут привлечь, поэтому я пойду дальше. Дальше еще два задания. Я даже не успею. Но сделать, и появляются новые задания. Либо ясно. Ай, подо мной. Или надо мной. Над тобой. Ага. Ну что, лететь? Вот. Благо ты можешь себе это позволить. Да.
Хотя, кстати, не уверен, что они над тобой. Я забыл, как вверх включить. Ну просто вверх наводи, типа правая кнопка мыши, и все, он сам полетит вверх. Хорошо. По-моему, он летит как раз таки. Типа я просто мышкой управляю, и все. Вот, смотри, я лечу вверх, мышка просто. Правую кнопку мыши зажимаешь и крутишь как тебе угодно. И вперед только зажимаешь вот еще. Ну, нет, типа. Смотри, я зажимаю вперед, я поворачиваю мышь, но при этом как-то что-то ничего не изменяется. Я максимум как могу изменять высоту полета, так это просто благодаря LKM. Я нажимаю на платформу. Он сам уже определяет вверх. Странно, я типа могу просто кнопку мыши левую зажать, нажать W и типа направлять ему, и он летит куда надо. Так я помню, что я так жму. А сейчас что? И еще бы чуть-чуть, и я бы снова прилетал с Мархима и Гуслом. Не, нахер. Я не хочу искать, мне это будет очень сложно выполнить. Пожалуй, буду выполнить другие задания. Пожалуй, синий, да. Обычно. 37 уровня. Где я брал? А вот. Доставка продуктов. Передайте мешочек с продуктами Зигритте. Зигритта находится неподалеку. Совершенно неподалеку. Что-то как-то много очень кривых мест на этом замке, в этом замке. Игра 2008 года. Я имею в виду, тут намеренно некоторые неровности решили сделать разработчики. Зигритта относительно недалеко, а где? Смотри, следующий перекресток. Все, там Зигритта. Ага. Окей. Лазурный баран. Он мне не нужен. Опыт у тебя с него дадут. Неверно выбранная цель. 23. О, 28 тысяч. Какие дадут. Ему малоуровневые должны были больше дать. Ладно. Сади. Ну, наверное, это потому, что ему вообще даже урона не нанес. Тоже бывает, что опыт снижается, количество его снижается из-за того, что... А, не 30 левела, просто забей. Ну, вообще, мало уровня. Опа. О, 30... Воу, 43 тысячи. Нельзя атаковать. Плохо. Закрыто. Дать мешочек. Передайте мешочек с продуктами Кистиньяну. И где этот Кистиньян? Смотрите. Ну где он? Неверно выбранная цель. Кистиньян, где он плюс? Ух, ёп. А вот он находится уже далеко, достаточно далеко. Где? Поконкретнее. Временная зона кошмар. А, вот, вот это временная зона кошмара, вот тебе туда и надо будет на 37-м. Короче, смотри, как сделаем. Пошли обратно, оттуда полетим в одно место, из другого места в другое место, ну, уже в кошмар туда полетим. Побьем там мобов поблизости, потому что они должны быть повыше левелом. Набьем тебе 37-й, и будешь ходить в кошмар. Окей. Ну, думаю, это будет не очень интересно выглядеть, как я один хожу в кошмар, а ты параллельно выполняешь задание, собирая там зубки с каких-то обоссанных
Если так и будет оно. Так оно и будет. Ну хоть тебе хотя бы один раз кошмар надо пройти, чтобы понять, что он из себя представляет. Это прикольный данж на самом деле. Я его очень много раз ходил. Пройду, пожалуй, в воскресенье. Ну, может, тогда сегодня никуда не идти. Ну, хотя бы прилететь туда. А, ну, воскресенье, не послезавтра, а завтра. Да, так будет даже... Все равно уже суббота. Вот тут меня одна группа спрашивает, а что это такой сон? Ты же собирался режим сна восстанавливать. Куда нужно попасть? От этого желаю приятного встречи. Иди сюда. Нужно лететь? Лети, мастер. Короче, в этот, в деревню Красная Грива. Удачи! Стоп, а ведь на плойке можно стримить? Не можно стримить. Куда нужно попасть? Так, бери еще. Еще раз заходи. Да, а, стой, погоди, стой. У тебя здесь какие-то синие задания есть? Одно. А, да, кстати. Да, застой. Вот здесь какой-то чёрт-то не то. И я должен ему что-то... А, нет. Либо... Где? Один из асов. Получил. А, он сверху. Я понял. Хотя, блин, они все будут. Что случилось? Очень удобно это сделали. Не бы тут какой-нибудь лестницу. Хотя наши персонажи вообще не могут по лестнице собираться. Иначе, могут, по-моему. Я что-то ни разу не видел. Ловим, так опять же таки это совершенно не то, что мы. А, еще выше. Это место мне напоминает чем-то дерево и сталкера кусок Липецка. Хотя не помню. Колобок. Там выполняйте колобок. Из одного задания. Тут точку точку. А вот это описание. А, понимаете, что скажет клея? Выходите, если понадобится помощь. Чувак. Чувак. Погодите. Сейчас. Хочешь надо мной посмеяться? А. Я просто застрял в текстурах, ничего особенного. Стандартно. Это футбол. Фрея, кто такая Фрея? Посмотри, где она. Чего я сейчас хочу? Поезд. А, она где-то тут. Задними. Вот. Завершить диалог. Нера ждет вашего отчета. Это получается, мне нужно еще идти обратно, чтобы получить эти 800 тысяч опыта. Ну такое. Хотя это того стоит. Не весьма. Сейчас тогда. Мастер полета будет дико. Потом опять сюда лети. Ну да. Что поделаешь?
Это в крепость беру слон, мне обратно нужно идти, да? Так, сейчас. На всякий пожарный. Узнать, а точно ли она находится в крепости Льюс? Безусловно. Да. Теперь ждать, пока конченый персонаж долетит до крепости Белюслан. И это скипнуть нельзя. Я, конечно, понимаю, что разработчики да старались, но как капля красивая. Все прекрасно. Что поделать? Да, все отлично. Я устану все разглядывать. Могу умать. Дай. Хотя фичи неплохо. Не знаю, используется ли это где-то еще. Фичи неплохо. Всем привет. Будь бы это от первого лица играть получше дефицит, покруче какой-то все. Будет современный где-то вместе. Хотя такое уже, что похоже, есть. Ладно. Иванацион. Я же русский. Все знаю прекрасно, свой язык. На все стоп, если прикладится. Теперь подхожу, забираю мани. Что? А, вот, миллион опыта, куча всякого. И у меня остается вполне для перехода на следующий уровень, мне остается миллион уже. Неплохо. Уже 3 часа ночи. Если ты хочешь, ну, то все, то окей. Я тоже пойду, наверное. Было бы неплохо закончить на 37 уровне, но в принципе, так как мне завтра рано вставать, и мне уже спать как минимум часов 8 остается. Хотя это нормально, кстати. Ну ладно, давай закончим. Ну да. Тоже мне. А это никак не обновляется, вот эти сервера Айон пиратские? Ну, иногда выходит, по-моему, никак. Так, да, почему бы при выходе из игры мне не ждать 10 секунд? Почему бы это не брать? Классная фишка, но я к ней не послал.